Чувашию вновь приехали известные артисты и семейный дуэт Виктория и Антон Макарский. Актеры проведут в нашей республике целую неделю. В гастрольном графике 5 городов – Чебоксары, Новочебоксарск, Алатырь, Шумерли и Канаш. Вчера живой концерт на БИС увидели чебоксарцы и гости столицы. Не прошло и полгода, как мы здесь снова у вас в гостях в Чебоксарах. Живое общение, живое исполнение. Чита Макарских себе не изменяет. Весь концерт на одном дыхании, в диалоге с любимым зрителем. Меня переполняют эмоции, правда, потому что мне так в прошлый раз понравилось в Чебоксарах. Душа каждого города – это, конечно, люди. У нас здесь столько друзей появилось. И так не хочется отсюда уезжать. Именно поэтому Макарские решили выступить не только в столице Чувашии, но и в других городах республики. В каждом из 5 запланирована отдельная встреча со зрителями. Часть собранных средств с концертов традиционно направляется на благотворительные программы фонда «Время помогать». Антон, Виктория Макарские всюду вместе. На сцене и в жизни вот уже почти 20 лет. Вик очень талантливый человек. Этот талант распространяется на многое. Невозможно быть талантливым в чем-то одном. Этот талант так или иначе освещает. В первом же году нашей совместной жизни поняли, что как бы мы ни бубнили, когда мы вместе, там вместе трудно, порознь невозможно. Поэтому это там не отдых, это все сразу начинается. А когда еще дети появились, ну, мы сейчас выехали, мы вот сейчас любую свободную секунду на связи с ними. Вот, хотя я могу сказать, что мы в общей сложности проводим, наверное, больше времени с ними, нежели там среднестатистический родитель, который с утра уходит на работу, вечером возвращается. У нас такого нет. У нас есть блоки, когда мы гастролируем, и просто дни, когда мы занимаемся только детьми. Поэтому они знают так, они привыкли. Да не то, что привыкли, они по-другому не знают как. Кроме концертной деятельности, артисты успевают сниматься и в различных телевизионных проектах. Один из последних – документальный фильм «Святыни России». Сейчас мы наслаждаемся проектом «Святыни России». Сейчас вышло только 3 серии. Псковская область, Тверская область и Ленинградская. Вот сейчас выйдет 4-я серия. Мы еще впереди у нас поездки. Процесс съемочный еще идет. И зимой, например, мы приедем в Нижегородскую область. Зимние съемки у нас. Москва. Мы до сих пор Москву не сняли. Тоже у нас впереди. Поэтому мы просто наслаждаемся этим проектом. Мы не ведущие, мы участники этого проекта, узнаем очень много нового и делимся, с радостью делимся с телезрителями вот тем, что мы узнаем. Навсегда.